قال أبو هريرة رضي الله عنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أكرم الناس أبو هريرة رضي الله عنه говорит однажды пророка صلى الله عليه وسلم спросили о посланник Аллаха кто является самым благородным из людей فقال أتقاهم на что пророк صلى الله عليه وسلم сказал самый богобоязненный из них فقالوا ليس عن هذا نسألك Люди сказали, мы не спрашиваем тебя об этом. Факал Юсуфу Набиюллах, ибну Набиюллах, ибну Набиюллах, ибну Халилиллах. Тогда Юсуф, сын пророка Аллаха, сын пророка Аллаха, сын приближенного друга Аллаха, субханаху ва тааля. То есть Юсуф, алейхиссалям, сын Якуба, алейхиссалям, Якуб, сын Исхака, Исхак, сын Ибрахима, алейхиссалям. На что люди опять сказали, лейса ан хаза насалюк. Мы спрашиваем тебя не об этом, о посланник Аллаха. قال فعن معادن العرب تسألون خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقها إذا فقه. Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: значит, вы спрашиваете меня о предках арабов. Лучшие из них во времена невежества остались лучшими и в исламе, если только они усвоили установление религии. Приводит хадис аль-Бухари, Муслим. О, рабы Аллаху, о, братья, сколько на сегодняшний день даже среди молящихся вот этот вот стандарт, как бы он не заключается. То есть люди относятся хорошо к человеку не по его ахляку, не по его нравственность, качеству, не по его богобоязненности, поклонению. А этот богатый, у этого уважение такое, у этого такой капитал. Ислам отменил это. И нам Аллах субхана говорит: «Инна акрамакум инда Аллахи аткакум». Наилучший из вас перед Аллахом субхана ва тааля. Это Творец, Создатель говорит: «Наилучший из вас тот, кто более богобоязненный», говорит Всевышний Аллах субхана ва тааля. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Руббу ашъаса агбара мадфуин ли абваби лау аксама аля Аллахи ла абарра». Может быть так, что Аллах будет постоянно исполнять клятву человека с растрепанными волосами, покрытого пылью и отгоняемого от дверей, когда такой человек клянется им. Раваху Муслим.